Ну что, раз уж я по жизни спасателем заделывался, продолжим это благое занятие. Иду такой домой себе и наблюдаю какое-то темное пятнышко. Это бабочка. Сейчас ее аккуратненько, аккуратненько, чтобы не повредить. Опа, вот так вот за крылышки возьмем. И поднесем к открытому окну. И, как говорилось в одном фильме, пущай полетает. О. Так. Опа. Все, порядок. 5 секунд, полет нормальный.